Ребят, всем привет! Рад вас снова видеть на канале Amazonian Dream. И наконец-то я доделал, ну, по крайней мере, вот в данный момент озвучиваю тот ролик, о котором я много говорил, который я много раз обещал выложить. Но вся проблема в том, что никогда не доходили до этого руки. То есть, ну, физически не хватает времени меня на все это. Если, например, снять какой-то ролик с руки, вот как это было в нескольких предыдущих, то это дело все намного быстрее и проще лично для меня. А вот такого плана ролики отнимают очень много времени. Их нужно озвучивать. И вы же сами понимаете, что нужно еще что-то хорошее и правильное сказать на камеру. А это не так-то и просто сделать на самом-то деле. В общем, сегодня вы увидите, как мы делали аквариум, увидите, как мы сделали хардскейп аквариуме, собственно, покажу вам, какая будет система фильтрации в этом аквариуме. Так что усаживайтесь поудобнее, заваривайте горячий чай, либо берите бокальчик чего-то покрепче и поехали, друзья! В общем, изначально я хотел вот это видео все сделать одним выпуском. Но когда я начал монтаж, я понял, что ролик больше часа по длительности никто смотреть не будет. По крайней мере, целиком это точно. И я решил его разделить на несколько частей. В самом начале я хотел показать вам, как мы делали систему фильтрации, как мы приклеивали задний фон, как мы сверлили отверстия в стеклах. В общем, все это я дело хотел показать в этом ролике, но потом меня посетила мысль, что по сути такого плана видео уже очень много на канале. И для тех, кто хочет соорудить что-то подобное у себя дома, вы всегда можете полистать мои видео в рубрике Handmade и всегда найти ответы на многие свои вопросы. Также я не стал показывать, как мы делали систему фильтрации. Собственно, она есть уже вкратце, будет снята в этом видео. Ну а остальное, все, что вас может интересовать относительно системы фильтрации именно под этот аквариум, я положу внизу ссылочку на стрим. Все это дело, как мы делали, я стримил. И, собственно, вы можете полистать стрим, он где-то около 4 часов, по-моему, если не ошибаюсь. Вы можете полистать стрим и всегда найти многие ответы на свои вопросы, собственно, относительно системы фильтрации в этом аквариуме. Наверняка вы заметили, что камни и коряги, которые в данный момент выложены на столе, они все пронумерованы. Значит, да, друзья, изначально композиция, перед тем, как приехать сюда, в Черкассы, она уже изначально была готова, она была выложена, она была сделана и утверждена заказчиком. После этого мы все это дело пронумеровали и поехали в Черкассы. Собственно, сразу, не забегая далеко, хочу выразить огромную благодарность интернет-магазину «Аквакамни», в частности, Дмитрию Мамину, за помощь с подбором декораций для этого аквариума. Мы целый вечер просидели с человеком в режиме онлайн, подбирали коряжки для того, чтобы не покупать лишние, ибо тот же корень азалии достаточно дорогое удовольствие. Для всех желающих приобрести себе вот такие вот красивые камни и коряги, и много-много всего другого красивого, вкусного, интересного, переходите по ссылочке внизу под видео на сайт Аквакамни. И для всех подписчиков канала Дмитрий предоставил скидку в размере 10% по промокоду, который указан внизу под видео. Кроме камней и корня азалии, мы использовали кварцевый песок разноцветный, то есть он идет неоднородного цвета. Твою мать! Ой, я заснял. Да, вот, кстати, не обрезал я здесь звук, но получился такой прикол, лопнул у нас пакет. В общем, цвет у песка неоднородный, выглядит он просто шикарно в аквариуме, очень природно, очень круто он выглядит. И вот именно вот этот грунт я нашел на интернет-ресурсе, в интернет-магазине «Москревитос». Собственно, ссылочку тоже положу в описании под этим видео. И Человен Сергей
тоже согласился предоставить всем подписчикам канала Amazonian Dream скидочку, если вы будете что-то у него покупать из декоров для своего аквариума. В общем, заходите, смотрите, задавайте вопросы, интересуйтесь, получайте скидки, получайте плюшки и не забывайте в качестве благодарности ставить лайки под этим видео, ребят. Что ж, пока я вам рассказывал, где и что я покупал для этого аквариума из декора, я уже на видео выложил угол, то есть уже композиция в одном углу готова, и мы приступаем в другой угол. В общем, как видите, в углу спрятана трубка за декорацией, трубка заборника от внешнего фильтра Heim 2060, который будет работать здесь на механику. Устанавливаем камушки, устанавливаем коряшки на них, смотрим. Вот всю композицию смотрим, укладываем так, как нам нужно. И сейчас мы с вами займемся тем, вот, что будем закреплять к камням наши коряшки. Потому что вы же сами понимаете, если их не закрепить, то все это дело всплывет. Собственно, хочу вам в этом видео открыть небольшой вот такой вот лайфхак. Как сделать так, чтобы вот вы создали хардскейп в аквариуме и чтобы все это дело не всплыло. Мы не использовали ни силикона, мы не использовали никаких вот таких вот вещей, потому что это все дело достаточно недолговечно. В общем, смотрите, как все это дело происходило дальше в видео. Ну и пока вы наблюдаете то, какая композиция у нас в итоге получилась, хочу еще отметить тот факт, что все оборудование, собственно, все помпы, сам фильтр Heim, помпы течения и тому подобные вещи, все я заказывал в интернет-магазине aquaprofi.com.ua, который является официальным дистрибьютором торговых марок Aquanova и Heim в Украине. Заходите на сайт, смотрите, возможно, вас что-то с оборудования заинтересует, а захотите скидочку, пишите об этом мне в Facebook либо в Instagram. Друзья, а как же закрепить корягу в аквариуме, чтобы она не всплывала? Все это делается достаточно просто. Вот смотрите, я демонстрирую. Эту корягу я прикрепил к камню буквально минут 5-7 тому назад. И вот результат. Видите, я за корягу вытаскиваю камень из аквариума. Причем камень достаточно увесистый, он весит несколько килограмм. А делается все это следующим образом. Вот вы видели, наверное, мы покупали в эпицентре цирозит. Это моментальный клей. Ну, собственно, он предназначен для заклеивания трещин в бассейнах и так далее. То есть он сохнет моментально, очень быстро. Значит, укладываем корягу в нужном направлении, то есть укладываем корягу на камень. И вдоль камня в коряге сверлим несколько шурупов. Это не обязательно должны быть шурупы из нержавейки, так как они все равно будут закрыты полностью клеем. И, собственно, вот таким вот образом сверливаем параллельно камню шурупы и накладываем клей на шуруп и вместе на камень. То есть приклеиваем, грубо говоря, корягу за шурупы к камню. Вот. Все это дело очень хорошо, красиво маскируется. Очень долго это все дело держится. И самое главное, что вот этот вот дизайн вы можете создать за несколько часов. Не нужно ждать, пока все это дело очень долго будет сохнуть. Это все сохнет очень и очень быстро. Собственно, сейчас на видео я наполняю этот аквариум уже водой. И сейчас посмотрим, как это все выглядит уже в готовом виде. Ребят, ну для вас-то видео там длится минут 8-9, может 10, да? А для нас с Андрюхой это уже третий день работы. Практически без сна. То есть мы приехали в пятницу вечером. Даже в обед, по-моему, впряглись в работу. И выехали уже в воскресенье после обеда. То есть все это время мы уделяли по максимуму аквариуму для того, чтобы по максимуму сделать все. То есть запустить систему фильтрации, сделать в аквариуме хардскейп, уже поставить, чтобы все работало, запускалась биология. И, собственно, все готовилось к следующему нашему приезду уже для заселения рыбы и, возможно, даже растений. Ну, скажем так, давайте проспойлерю, растения реально в этом аквариуме есть, но я их высаживал уже во время третьего приезда. По оборудованию в этот аквариум мы поставили Heim 2260, это фильтр для механической очистки воды.
две циркуляционные помпы 15 тысяч литров в час и, по-моему, 8 тысяч литров в час, если я не ошибаюсь. Здесь же стоит мощный ультрафиолетовый стерилизатор компании Heim. Кроме этого, здесь установлен мощный компрессор от компании Heim двухканальный. Ну и, собственно, сам, который загружен лавой. На подачу воды поставлена помпа в 7000 литров в час от компании Aquanova. Повторюсь, друзья, все то, как мы делали, устанавливали самп, сверлили стекла, делали переливную шахту, подводили протоку, подачу воды, слив из аквариума и так далее, все это вы можете увидеть внизу по ссылочке в стриме. Я понимаю, что смотреть 3 часа стрим, оно как бы не совсем-то весело, но пролистать можно, тем более для общего развития. Я думаю, там много вы найдете полезной для себя информации, если когда-нибудь захотите сделать у себя дома что-то подобное. Что ж, в данном видео мы не устанавливали освещение, мы только подготовили всю систему для того, чтобы здесь уже заселялись бактерии. Я оставил полкило дешевого корма, по-моему, торговая марка «Золотая рыбка» или что-то такое. В общем, я оставил владельцу аквариума пакет корма для того, чтобы он два раза в неделю подсыпал немножко корма. И на 3 месяца мы отсюда уехали для того, чтобы здесь запускалась биология. Как этот аквариум выглядит спустя 3 месяца и что мы делали спустя в нем 3 месяца, вы это все увидите уже в следующем выпуске. Но то, насколько он быстро выйдет, будет зависеть конкретно от вас, ребята. Только когда это видео наберет 300 лайков, я выложу его продолжение. А сейчас хочу пожелать вам хорошего дня, здоровья вашей семье, удачи, с прошедшими вас праздниками, здоровья вам и вашим питомцам. Всем пока, я вас оставляю. До новых встреч, друзья.